Глава Чувашии провел рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации Александром Порядиным. Благодаря работе правоохранительных органов в республике сохраняется стабильная общественно-политическая и оперативная обстановка. Несмотря на непростую ситуацию в связи с пандемией, бойцы управления Росгвардии по Чувашской республике работали в обычном режиме, обеспечивая соблюдение ограничительных мер. Спецподразделения контролировали общественную безопасность при проведении ряда культурно-массовых мероприятий. По итогам прошлого года, скажем так, ваши коллеги, Национальная гвардия, выполняя задачи в ваших интересах, ну, неплохо себе зарекомендовали по сравнению с другими регионами. В ходе встречи были намечены основные направления совместной работы, в их числе помощь коллегам в Северокавказском регионе и другие. Стало известно, что в ближайшее время состоится назначение нового начальника управления Росгвардии по Чувашской республике. Напомним, прежний руководитель Алексей Ежеев получил назначение в Удмуртию.